Здравствуйте, девочки! Сегодня я хочу вам показать, как сделать маки из пластиковых бутылок. Надо отрезать вот такие донышки от бутылок, чтобы они делились на 4 части. Раз, два, три, четыре, по 2 штучки. Я не буду показывать, сразу расскажу. Срезаем уголки у всех листиков и обжигаем зажигалочкой. Все листики, чтобы они были похожи на цветочек. Я за кадром уже покрасила. Вот так они будут выглядеть. Проделываем дырочку. Берем проволочку. Кусочек полотенца бумажного. Начинаем его мочить, клей поворачивать, чтобы он схватился между собой. Сейчас мы с вами будем делать бутончик для маков. Чтобы он пропитался хорошо, схватился между собой. Смазываем хорошо клеем. Начинаем скручивать. Полотенце становится мягкое. Мочим. Хорошо. В серединку вставляем проволоку. Такой бутончик у нас получится. И даем ему высохнуть. Из тех же полотенцев делаем серединку для мака.
тоже даем высохнуть. Теперь из бутылки вырезаем примерно 3 сантиметра. Начинаем нарезать вот такие полосочки. Не доходя до края, где-то сантиметр. Такую полоску мы нарезали. Видите? Сейчас мы с ней ничего не будем делать, мы ее покрасим в черный цвет. Потом обожжем и сделаем тычинки. Я буду красить за кадром. Вот у нас уже полосочка покрашенная. Теперь мы будем делать из нее тычинки. Мы ее согнем вот так чуть-чуть, потому что нам нужно, чтобы они смотрели вокруг пестика. Будем обжигать. Видите, они закручиваются, чтобы они не торчали, не имели форму. Чем тоньше вы нарежете, тем пушистее будут ваши тычинки. Краска слиплась между собой. Потом возьмем белый маркер. И у кого что есть, белую краску. И пройдемся по краешку тычинок. Прокрасим. Чуть-чуть по краю. Вот так. Теперь у нас пестик высох, мы его будем красить.
зеленый цвет. У мака есть особенность, что пестик у него делится на 8 частей. Мы не будем обматывать никакими нитками, мы просто возьмем маркер и нарисуем. Делать с вами листики. Вырежем вот такую ленту из бутылки по кругу, и из нее будем делать листики для мака. Потом из этих листочков будем делать листочек мака. Нарезаем меленько. До серединки. Чтобы не прорезать листик. Мака тонкие листики и все закрученные. Вот так. Видите? Также делаем все листики. Вот я уже нарезала. И теперь будем их обжигать, то же самое, чтобы они дали форму. Видите, они загибаются. Становятся пушистые, такие же, как у мака. Когда обожгли все листики, мы их покрасим. Вот такие листочки.
Теперь берем наш бутончик, который уже высох, и берем кусочек бутылки, вырезаем по длине нашего бутона и делаем листики, складываем пополам, посерединке сделала уже дырочку, видите, и вырезаем листочки. Обожгем края и придадим форму, чтобы он внутрь смотрел. Видите, он сгибается внутрь. Теперь возьмем клеевой пистолет и зафиксируем, чтобы у нас никуда не делся ни бутон, ни листик. Снова берем зажигалку, прижимаем, обжигая так, чтобы прижался к бутону листочек. Вот так. Получается такой бутончик. Теперь берем наш пестик и тычинки и начинаем приклеивать. Прикладываем. Держим, чтобы клей схватился, прижался. Лишнее отрезаем. Теперь берем наш мак, берем проволочку, сгибаем вот так, заворачиваем ее петелечкой, продеваем в дырку. Вот так.
также фиксируем клеем. И даем схватиться. Замазали, даем остыть. Теперь берем нашу серединку, также намазываем клеем. Что у нас получается. Теперь возьмем флористическую ленту. Начнем собирать бутон. Так, начинаем собирать бутончик. Взяли ленту. И начинаем приматывать. Промотали немножечко, одеваем листик. Сделали дырочки на листике, не забываем. Одели листочек. Примотали. Одеваем второй листочек. Зафиксировали. Берем ленту. Отрезаем. Иначе начинаем собирать цветок.
листочек. Надеваем на проволоку. Примотали. Примотали кусочек. Добавим второй листочек. И также приматываем. Теперь будем приматывать бутон к цветку. Приматываем бутончик к цветочку. Точек у нас получился. Из таких цветочков потом можно сделать букет. Еще, девочки, можно сделать без чашелистиков, без листиков бутончик. У мака есть просто как коробочку сделали, покрасили зеленым цветом, и все. На это у нас распускается еще один мак. Ну вот так получилось. Такой цветочек, такой бутончик, листики. Девочки, а вот такой мак можно сделать из белой пластиковой.
девочки, такой букет у нас